Я хочу вас поздравить с Новым годом. Хочу пожелать вам, как всегда, здоровья. Это самое-самое важное. И я, вы знаете, я никогда не верила в исполнение желаний, на самом деле, почему-то. Мне казалось, что для того, чтобы желание исполнилось, надо очень много-много что-то для этого делать. То есть в сказки, вот в новогоднюю ночь, почему-то я до конца не верила. Нет, чудеса бывают, надо в них все-таки верить. Если ты чего-то очень-очень хочешь и на самом деле к этому стремишься и прилагаешь к этому свои человеческие усилия, у тебя рано или поздно это случается. Всем женщинам, которые хотят деток, я желаю, чтобы в этом году они обязательно родились. Вот. Я поздравляю вас с Новым годом и с Рождеством. Новый год мы все смотрим «Эх, разгуляй» на НТВ. И начнется настоящий праздник сразу после боя курантов. Смотрите телеканал НТВ в ночь с 31 декабря на 1 января. И за вашим новогодним столом ровно в 0 часов. Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Елена Ваенга, Сергей Трофимов и все-все-все в фантастическом новогоднем супершоу «Эх, разгуляй». Включай НТВ в новогоднюю ночь. «Эх, разгуляй» и Новый год начинаются! Присоединяемся к глобальному общению. Читайте нас в Твиттере. Поставьте лайк в Фейсбуке. Подпишитесь на канал Шансон ТВ в Ютубе. Шансон ТВ. Все будет онлайн.